воскресенье в Самарской области ожидается пасмурная погода. Местами пройдет дождь, возможно, гроза. Температура днем плюс 17, плюс 23 градуса, ночью 15-17, выше 0. В Сызрани пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 16 градусов. Юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках и дождь. Температура воздуха днем плюс 23, ночью 16 градусов выше 0. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. В Самаре малооблачно и небольшой дождь. Днем плюс 21 градус, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.